Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Получила в наследство от бабушки, нет, не квартиру, а комод. А в комоде чего только нет. Вроде и выбрасывать жалко, но и хранить негде. Нужно применить наследство с умом. Вдруг дело выгорит. Чем мой раритет не ценность? Пример возьму с музея имени Шевченко в Орской крепости. Ценных экспонатов хватит не на одну выставку. А в этой гауптвахте середины 19 века Тарас Григорьевич находился в начале творческого пути художника и поэта. Цена осмотра такого зрелища для детей 3 рубля, студентам 4, а взрослым 10 рублей. По музеям пошел орчанин. Далеко ходить не надо, зайди в школьный. Экскурсоводы – сами ученики, сами все расскажут и покажут. Вот тебе и история школы в деталях. Проводим экскурсии, выставляем экспозиции для наших учащихся школы. Изучаем историю предприятий нашего города, в частности пожарной части города, восточной энергосети. Собираем материалы о ветеранах войны, заслуженных людей города. Изучаем историю школы. Собираем материалы о выпускниках школы и о бывших учителях школы. Также встречаемся с ветеранами войны и труда. Эти все материалы используются на классных часах и на уроках. Музеи не только для того, чтобы в них ходить, а чтобы и историю изучать. Вот ты знаешь, откуда твой род? Создай генеалогическое древо. Можешь и просто по вещам из комода. Вот это, например, моя мама своими руками еще в детстве сделала. А из этой посуды пили чай мои прадед и прабабушка. А в это лото играла я, когда пропускала школу из-за болезни. Так, глядишь, и вырастет твой комод до размеров настоящего русского музея. Вроде ненужные вещи, а выставка практически готова. Все новое – это хорошо забытое старое. Главное этому старому – найти нужное применение. Аврора, дежурная по рубрике.